матч Амура и, наконец-то, официальное открытие хоккейного сезона в Хабаровске. На Платинум-арене настоящий аншлаг. Свободных мест нет. Поддержать любимую команду пришло больше 7 тысяч человек. Последний раз игру «Амура» хабаровчане видели еще в феврале. Теперь же обновленный состав, новый главный тренер и надежды на этот сезон. Ждем только побед, настоящих, добросовестных, добытых. Такой состав должны выигрывать. Будем ходить, абонемент уже купили. Я с удовольствием хожу на Платинум-арену с женой и с сыном. Вон у меня старший сын там подальше, с друзьями. Вот. Болеем всем краем. Поддержка команды, многотысячная аудитория в этот раз «Тиграм» не помогла. Трибуны криками буквально подгоняли спортсменов. Но первый период оказался нерезультативным. На перерыв хоккеисты ушли с нулевым счетом. Долгожданный гол «Амур» подарил зрителям во втором периоде. Посмотрите, как играет хладнокровно Кэмли. Это 1-0, и это гол, первая шайба на домашней арене в этом сезоне. Амур чемпион! Супер, молодцы, мы этого очень ждали. Забить еще один гол Амуру так и не удалось. Каждая попытка обыграть соперника и попасть шайбой в ворота натыкалась на вратаря. Всего «Тигры» бросили в створ ворот 57 шайб. Нам нужно было лучше закрыть, лучше где-то хитрее сыграть на подставление, либо какой-то прострел. Ну, что-то нужно было, какой-то креатив. Удачный момент под конец третьего периода выпал команде «Куньлунь». Гости сравняли счет и вывели игру в овертайм, который тоже не выявил сильнейшую команду. Серия буллитов определила победителя этого матча. И в этот раз удача была на стороне команды «Куньлунь». У нас было 5 дней паузы. Мы немножко потеряли игровой ритм, это однозначно. Особенно это чувствовалось по первому периоду. Много ошибок таких допускали, что которые, условно, на выезде их не было просто-напросто. Впереди у команды еще 2 домашних игры с московским «Динамо» и питерским «СКА». Несмотря на неудачу в этом матче, команда, по словам тренера, готова к встрече. Мы понимаем, что мы в долгу после сегодняшнего матча остались перед болельщиками. Будем играть, биться куда-то только на победу. Тем временем и болельщики после поражения «Тигров» не теряют надежды. Билеты на матч с питерским «СКА» уже распроданы. Ульяна Крамаренко, Сергей Демьяненко. Для «Большого города».